Мальтезы. Маленькие длинношерстные белоснежные красавицы – это собачки породы мальтезы, мальтийская болонка. Их красота безупречна, они прекрасные компаньоны. Попав в семью, сразу становятся всеобщими любимцами. Иначе и быть не может. О том, откуда появилась данная порода, до сих пор точной информации нет. По некоторым сведениям, считается, что эта пушистая красавица родом с острова Мальта. Отсюда пошло и название – мальтезы. В процессе становления породы участвовали той, пудели и маленькие спаниели. Высота взрослых особей 20-25 сантиметров при весе 3-4 килограмма. Эта миниатюрная собачка относится к декоративным видам, дрессировать ее крайне трудно. И спорт с ней несовместим. Удлиненной формы тела длиной превышает высоту в холке, корпус довольно узкий. Средней величины голова, висячие ушки, большие красивые глаза темного цвета, так же как и нос, создают контраст с белоснежной шерсткой. Все части тела полностью скрыты под длинной шубкой. Шерсть плотная, шелковистая, блестящая, приятная на ощупь. Подшерстка не имеет. Именно она является отличительной чертой и гордостью мальтийских болонок. По всему телу шерстка длинная, не спадает тяжело к низу. По стандарту недопустима кудрявость, волны и завитушки. Допускается незначительная косматость только на конечностях. Окрас мальтеза чисто белый. Не считаются недостатком бледные оттенки цвета слоновой кости. Оттенок бледно-оранжевый допустим, но нежелателен, так как создает впечатление грязной шерстки. Мальтеза – это доброе, ласковое существо, которое не показывает злости ни к членам семьи, ни к незнакомым людям. Перед очарованием белоснежной пушистой собачки не может устоять никто. Маленький четвероногий друг готов везде сопровождать своего хозяина, к диванным породам не относится. Мальтийская болонка с виду настоящий аристократ, интеллигент, хотя это не мешает ей быть веселой и подвижной. Маленькая красавица обожает игры на свежем воздухе, она с удовольствием бегает и прыгает. Врожденное любопытство заставляет исследовать все новое и неизведанное, поэтому нужно следить, чтобы собачка не попала из-за этого в неприятность. Чтобы мальтеза выглядела сногсшибательно, владельцу нужно приложить немалые усилия по уходу за прекрасной шерстью питомца. Ежедневное расчесывание, регулярное подравнивание и стрижка, и использование папильоток, укладка, купание с применением специального мыла и средств для длинношерстных пород собак. Все это необходимо в уходе за мальтийской болонкой. Банный день представителям данной породы нужно устраивать один раз в две недели. Но если собачка является участницей выставок, то купание нужно проводить раз в неделю. Особого внимания требуют большие глаза песика. Из-за попадания в них шерсти, грязи, из-за неправильного питания и наследственности они часто страдают. Если ежедневно не ухаживать за ними, то вокруг глазок образуются желтые с рыжеватым оттенком подтеки. Чтобы не доводить до такого состояния, нужно каждый день промывать их, челку заплетать в косички и следить за рационом. Главное, о чем стоит сказать, обсуждая вопрос питания мальтийской болонки, это то, что ей необходимо скармливать хотя бы в небольших количествах сухой корм. Если этого не делать, собачка может страдать от расстройства пищеварения. Основной рацион лучше составить из натуральных, свежих и качественных продуктов. Меню мальтезы должно быть калорийным, но при этом порции небольшие. Кормить питомца рекомендуется нежирными сортами мяса, рыбой, нежирными кисломолочными продуктами, кашами, зеленью, овощами и фруктами. Белоснежным красавицам очень полезен грецкий орех, смешанный с медом. Такое лакомство допустимо 2-3 раза в неделю. Здоровье мальтийской болонки во многом зависит от ее содержания. Это нежная и ранимая собачка, за которой нужно ухаживать с любовью и пониманием. Мальтезы часто страдают от гипогликемии, нарушения зрения. Заболевание десен и зубов тоже не редкость для представителей данной породы. Кроме этого, болонки предрасположены к бронхиальной астме. Чтобы не допустить тяжелых последствий, нужно на ранних стадиях обнаружить и лечить заболевание. Для этого необходимо регулярно водить питомца на профилактические осмотры ко врачу и делать необходимые прививки.